Всем привет, меня зовут Аня, вы на канале Аника Зет. Сегодня у нас будут покупки из магазина Фикс Прайс. Прошли новогодние праздники, у детей моих появились карманные денежки, и они изъявили желание купить всякой всячины не совсем нужной в Фикс Прайсе, и заодно мы зашли и купили подарок на день рождения нашему папе. Давайте начнем, наверное, с детских покупок. Захотели себе таких штучек купить. Они тут еще светятся вот так вот. Ну, знаете, да, вот эта ерундовина. Вот. Мне, конечно, это не очень нравится, но дети захотели за свои деньги. Не стала их останавливать. Стоит она 77 рублей. Одна штучка. Ну, пускай взяли. Взяли. Так, что они еще себе купили? Также купили фломастеры. Мы их уже один раз брали, такие фломастеры, за 55 рублей. Нам они понравились. Нормальные, хорошие. Взяли одну пачку. Сказали, что им одной хватит. Так, дальше они купили себе по блокнотику. Костя выбрал себе такой с енотом. И Кириллу такой вот синий с цветочками. Очень любит синий цвет. Так, блокнотики здесь вот на такой резинке. Так вот можно закрывать. Вот они любят рисовать в блокнотах, что-то писать. Такие в клеточку. Хорошие, практичные блокнотики. Так, давайте посмотрим, сколько они стоили. Записная книжка за 55 рублей одна. Такие вот симпатичные. Вот это вообще классно. Я себе такую тоже хотела. Но была одна такая. Так, теперь давайте посмотрим, что мы купили нашему папе на подарок. Взяли вот такую кружку с подогревом. Возьми с собой в дорогу за 199 рублей. Надеюсь, что в поездке где-нибудь мужу пригодится такая кружка. Давайте откроем, посмотрим. Кстати, хороший подарок на 23 февраля, да? Не за горами уже. Вот такая кружка. Так, здесь открывается, так можно пить. И вот это тоже должна открываться. И здесь в такой включатель, в прикуриватель, сюда втыкается кабель. Так вот. А эта штучка в прикуриватель. Мне показалось, что идея неплохая. Да и просто как кружку тоже можно использовать в автомобиле. Такая вот. Но это не для кипячения, там даже так написано, а просто чтобы поддерживать горячую температуру. Например, вы налили себе кофе, да, в дорогу, поставили, воткнули в прикуриватель, и оно у вас будет подогреваться. Просто продолжать быть горячей, да, так сказать. Здесь вот все описание. Мне кажется, нормальный подарок такой для мужа автомобильный. Так, и еще взяла ему так на всякий случай. Он у нас любит всякие шурупчики, болтики, саморезики. Поэтому взяла ему ящичку такой за 99 рублей. Для инструментов удобный, с ручкой. Все красиво упакуем, завернем. Такой вот хорошие тут такие отделения для всяких саморезиков. Самое то. Вот, вот такой вот скромный подарок, полезный. Так, как защелкивается. Органайзер Хобби Бокс. Вот. И всего мы потратили в Фикс Прайсе 619 рублей. Такие вот у нас были покупки. Полезные и не очень. Вот. Пишите комментарии, чем из этого вы пользовались. Буду очень признательна, кто напишет насчет вот этой кружки отзыв свой. Кто покупал, понравилось, не понравилось. Интересно просто узнать ваше мнение. Ну, а в будущем, конечно, сама потом вам расскажу, как кружка это проявила себя в действии. Так что, чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Также поставьте лайк под этим видео и, конечно же, комментируйте. Буду рада пообщаться с вами внизу под видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.